Географ, этнограф, поэтесса. Своим примером Лидия Таксубаева вдохновляет последователей искать удивительное даже в предметах народного быта. В этнографическом музее состоялось открытие выставки, посвященной памяти выдающейся ученой Казанского федерального университета. Лидию Сергеевну Таксубаеву многие из нас очень хорошо помнят, потому что ее не с нами еще только 5 лет. И нам действительно не хватает. Не хватает ее мудрых советов, ее душевной теплоты. И уже с первого курса она мечтала попасть в экспедицию. Все для этого делала, да, чтобы поехать в поле. Постепенно сложился ее круг научных интересов, а именно изучение декоративно-прикладного искусства. И это стало... Вообще это было белым пятном. До нее не изучали. На выставке представлены монографии и стихи Таксубаевой, фрагменты домовой резьбы, народные вышивки, концы полотенец. Все, что так бережно собирал этнограф для коллекции музея. Зачастую это то, что находится в повседневности у человека, то, что, к чему на самом деле люди не привыкли относиться трепетно, да, потому что это для многих обычные куски материи, ткань, там, дерево, которые либо сжигают, либо выбрасывают, а на самом деле это большой пласт культуры, который можно увидеть фактически сейчас только в музеях, на каких-то выставках или специализированных хранилищах. Экспозицию можно посетить с 14 февраля по 13 мая. 26 февраля в рамках выставки пройдет лекторий Open History. С докладом о декоративно-прикладном искусстве Среднего Поволжья выступит куратор выставки Елена Гущина. Ариадна Кугушева, Александр Кузнецов, Универньюз.